Тора говорится: берегите свою душу и здоровье. В нашем регионе, во всех синагоге, в всех общинах центра, еврейские общины, мы очень сильно настаиваем, что люди соблюдали правила, дистанция между собой, одели маску, правильно одеть маску, мыть руки с мыла или антисептик. Не обязательно целоваться и нажимать руку друг друга. Можно глазами и сердцами здороваться и словами. Очень важно грязными руками не трогать лицо. Мы должны слушать рекомендации, которые нам дают. Когда мы чихаем, надо закрыть вот так лицо, поветривать помещение очень важно. Вот это спасает жизни, но нам надо жить долго. Нам надо видеть наших детей, внуков, правнуков. Я вас очень люблю. Seid gesund, на идиш, как мы говорим, будьте здоровы. Шалом, шалом.